покажу нову актрису. Чего? Так, хватит! Устроили тут тоже. Видите, вон люди на концерт пришли, веселенькие сидят. Им нужна гитара! Итак, гитару в студию! Подтвердят девчата с нашего двора. Че, правда,
подушкам рішиш закинуть, і бутилочку будеш мерці. Посидіть, папа, так ми чуть-чуть, і ми доп'ємо правильно. Мужчинам, которым нравится Анджелина Джоли, Моника Белуччи, кто там еще? Дженнифер Лопес. Мальчики, помните? На них все смотрится, а на нас все держится. Назовите, пожалуйста, свою любимую команду КВН. А, команду КВН? Хорошо, какая у вас любимая команда? Сидеть. Неважно, как мы отмечаем, главное, чтобы завтра каждый хер нашел свою фрау. Завтра огромный праздник. Да ладно! Херов день. Как отмечаете его день? У нас в России 1 января херов день. Праздник в году завтра херов день. Как отмечаешь его день? Ну, я думаю, если меня кто-то с первого ряда в ресторан пригласит, то не херово. Спасибо. Потому что не хрен баловатька я. Мы не ели целых три дня. Хищно я взглянул на коня, хоть и друг он мой, но есть одна беда. Для кыргыза лошадь, транспорт и еда. Мой голодный взгляд мой уловил, сено мне свое предложил и сказал тогда честно я коню: сено я не ем, я сено курю. А потом такое началось. Чудище за нами погнало. С нами Бэтмен был, Пушкин и сова. Вот такая она чуйская трава. Мы ответим вам на ваш немой вопрос. Нет, никто из нас ничего не принёс. Идите переодевайтесь. А я пока расскажу. Меня, пожалуйста, скорее, бабулечка. Игорюшка, ты один остался, да? Да, Валентина Степановна. Ну, не знаю, порисуй, нарисуй маму, бабу, не скучай. Хорошо, Валентина Степановна.
закончилась молодость. А кто куда поступать будет? В ПТУ! Чего сразу в ПТУ? Не, ну сначала, конечно же, в МГИМО. А потом точно все в ПТУ. Почему мы ее слушаем, девочки? Вот наша Олька правильно говорит. Она так и сказала. Я до 23 лет рожать не собираюсь. Не получится. Чего это? 7 лет вынашивать ребенка у нее не получится. Это песенка про нашу школу. Здесь счастливо растет и двора. Мы к нее ходим стайкой веселой. Но зараза в 8 утра. Я от хавки в столовой худею, что уже на себя не похож. И продленка чудесное место, но носить при себе лучше нож. Музыкальный руководитель, тот вообще потерял всякий страх. Он собрал весь детский оркестр и играет на похоронах. ДПЮшник, контуженный нафиг, физкультурник вообще имбецил. Он вчера на открытом уроке малолетку за сапу укусил. Во дворе нашей маленькой школы даже бронзовый Сталин стоял. Этот маленький пережил вечность, и никто его не убирал. Трудовику пит и хламину пацанов из восьмого собрал. 2 урока и 8 пятерок он вчера на четвертовал. Вызывает родителей в школу. Я чё, лип, чтоб меня вызывать? Я не стал мусором дядю Колю и на шторы не буду вставать. Ваша школа, поверьте, цветочки на заводе хлебнете сполна. Разворованная на кусочки, достается вам в руки страна. Что-то в лесу я разволновался. Сейчас вернусь, успокою себя. Я так прыщ на теле планеты. Чую, выдают скоро меня. Все вокруг унижают и брешут. Я запутался к черту в судьбе. Эх, пойду и в спортзале повешусь. Валентин Иванов, 3Б. Слышь, сына, а можно как-то это дело замять? Можно было бы замять, но ты мне вчера еще рисование помогал делать. Тогда переезжаем. Так, опять.